звезда бессмертно велика. Начала нет и льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли. Нашего сердца, давайте все вместе скажем славу нашему Господу. Я надеюсь, что ваше сердце, как и мое, оно сегодня по-особенному переживает эту любовь, о которой мы только что пропели. Если бы не было этой любви, если бы не было того примера, которого оставил наш Иисус Христос, когда был на этой земле. И сегодня, вспоминая, вертаясь с мыслями, может кто-то, слушая проповеди, пение дома, многие были в Израиле, там на том месте, где умер Иисус Христос, и они, много проповедей сегодня можно слышать, и можно просто чувствами и мыслями вертаться туда и просто вспоминать и видеть. Видит эту особенную любовь, ту любовь, которую оказал нам Иисус Христос. И я благодарен Господу сегодня за этот вечер, что сегодня никто из нас не может что-то больше сделать, чтобы Иисус больше любил тебя, или что-то плохое такое сделать, чтобы Он меньше тебя любил. Он любит нас одинаково, за что слава нашему Господу. Может, сегодня у тебя сегодня есть что-то на твоей душе, может, какая-то грусть, тяжесть. Сегодня не я это говорю, сегодня мы это поем, сегодня мы это читаем Слово Божие, что Он любит тебя, Он любит меня, слава Ему. И пусть это сегодня поможет тебе и мне понять в этот день, что, да, может, это было очень
такая ночь для Иисуса Христа, она не была, как сегодня мы называем это Good Friday в Америке, хорошая пятница, добрая пятница. Но сегодня она для меня, для тебя должна быть этим днем, что мы должны вспомнить, мы должны понять, мы должны оценить ту любовь. И я знаю, что воистину добрый наш Господь к нам, что Он сегодня пришел, все, что сделал для нас. И перед нами сегодня будет особенное служение. И, дорогие братья и сестры, хочу, чтобы мы вместе открыли Слово Божие. Это будет от Иоанна 13 глава. Мы будем молиться, и мы будем совершать то, что было, то, что произошло перед, как раз в то время, когда Иисус был на земле. И вместе со мной откройте от Иоанна 13 глава. Я прочитаю это все это место, чтобы мы это не думали, что я что-то придумаю, я что-то даю. Я просто хочу прочитать вместе с вами и обратить внимание на пару стихов. И мы будем совершать это служение. Сегодня преподает нам Господь эту прекрасную возможность. И от Иоанна 13 глава, 1 стих говорит так. «Перед праздником Пасхи, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, теперь ли умывать ноги, мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебе, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «Умытому нужно только ноги умыть. Потом, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежды свои, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знает, блаженны вы, когда исполняете». Слава нашему Господу! Начало этой главы мы прочитали один стих, я его повторю еще раз. «Перед праздником Пасхи». Сегодня этот день. Знаю, что пришел его час перейти от этого мира к Отцу. Явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Дорогие братья и сестры, как важно сегодня понять, обратить особенно сегодня на это внимание. Почему-то Иисус Христос, когда ходил по этой земле, Он много сидел, Он много говорил, Он общался, Он был в таких моментах, как Он находился и в этот раз вокруг Своих учеников. Ну, как раз здесь мы прочитали, что перед праздником Пасхи, как раз перед тем, как Его предаст Иуда, как Он будет взят, Иисус Христос, Он берет и Он решает в этот момент, как раз перед этим, это не было до этого. И поэтому я сегодня вижу и понимаю, что какой-то это было как бы важно,
в очах Иисуса Христа это было очень каким-то большим примером, пример, который Он хотел, чтобы мы обратили внимание. Он оставляет его до конца. Поражает меня то, что Иисус Христос, Он не просто явил, Он не просто сказал какими-то словами, Он это мог сделать, Он мог взять и привести пример из чего-то другого, Он мог бы сказать своим ученикам, приведите мне то или что-то другое, я сегодня вам покажу на ком-то или на чем-то, но Он берет и Сам делает, Он явил делом, как мы это прочитали в этом первом стиху, что возлюбил и возлюбил до конца. Дорогие братья и сестры, когда мой отец и брат Толик, они ездили в Норт-Каролайну к моей сестре мужа, отец, он отходил в вечность, отошел в вечность, и мой brother-in-law, он говорил, и он делился тем, что отец его, то, что его отец, он оставлял, то, что он старался, он уже не мог говорить, и то, что он показывал своими руками, что он показывал, что держитесь Иисуса. Он уже не мог говорить, но он показывал это. Это был отец, и он хотел, и он последние свои минуты, он хотел что-то для своих сыновей, для своих детей, он хотел что-то оставить, что-то важное, чтобы они держали самого важного. Он оставил пример, он показал своей жизни, что он держался, и он отходил к отцу, и он больше ничего не хотел, не хотел какие-то богатства или что-то другое, он примером показал своим, что держаться Иисуса – это самое лучшее, самое важнее, что можно сделать. Он показал примером своим. Я хочу, чтобы мы это как-то лучше поняли своими примерами, как мой отец, он также этим делился, как он нас воспитывал. И знаете, это я взял себе как пример, и я этим живу, и я это понимаю, потому что я верю, что мой отец, он добрый отец, как наш небесный отец, он добрый к нам. И он бы что-то, какое-то плохое, что-то, какой-то пример, он бы нам не оставил, он бы не сделал, он не оставил бы для нас. И как я взял пример из жизни моего отца, что даже по воспитанию, я не понимал то, когда наш отец, он ввел нас в комнату, заводил, он садил нас, и он говорил нам, он объяснял нам, это что запало в мое сердце, может, братья им не то, они не то запомнили, не, может, по-другому, но это запало в мое сердце, я делюсь то, что я пережил. Я не понимал, я просто хотел, чтобы мой отец просто меня наказал за то, что я неправильно сделал. Но он это не делал, он говорил, что он не хочет, я этому не верил, потому что он наказывал меня. Если бы он не хотел, он не наказал, но сейчас я теперь это понимаю, потому что я сегодня, по его примеру, я сажу моего сына, когда приезжаю, жена говорит, что он неправильно вел себя. И когда я с ним общаюсь, когда я с ним говорю, я теперь понимаю, я вижу в его глазах. И даже если после наказывания я выхожу из комнаты, слезы приходят в мои глаза, и после 5 минут я вертаюсь в комнату опять, я с ним опять говорю, мы опять best friends, мы понимаем. Теперь я вижу, что мой отец, он оставил пример. Он оставил example, он оставил, как здесь мы видим, я дал вам пример, мы это читаем в 15 стиху. Иисус Христос оставил нам это в пример в последние минуты, не последние дни перед смертью, Он это делает. И сегодня хотелось бы, чтобы мы на это обратили внимание и увидели, дорогие братья и сестры, что в этом закрыто какое-то благословение. В этом закрыта какая-то сила. Ибо мы читаем дальше, что Иисус Христос, второй стих говорит так, и время вечери, когда дьявол уже вложил. Иисус Христос, это показывает, как сильно, по-особенному сильно Иисус Христос любит своих детей, как сильно Он любит тебя и меня.
Иисус Христос, Он уже знал, что предат Его Иуда. Иисус Христос берет, Он снимает, Он делает это. Он делает этот пример. Я хочу опять, сегодня, может, кто-то думает, о, так, это как раз было, они такая традиция была, они всегда умывали ноги, они там ходили по этих песках, по этих грязных дорогах. И это была работа слуги. Иисус Христос, и Он это, ну, это опять, дорогие братья и сестры, Он мог сказать кому-то другому, Он чем-то другому, ну, почему-то Он сделает это так. И сегодня, может, да, может, нас не грязные ноги, у нас, может, сегодня они чистые, может, они сегодня, а мы-то они прекрасные. Но, дорогие братья и сестры, оно, я думаю, в этот час, по-особенному, когда мы живем в этой стране, кто-то, может, сегодня уже и несет имя доктора, может, сегодня кто-то, может, ниже, или бизнесмен, или что-то. Дорогие братья и сестры, это этим примером Господь показывает нам, что мы одинаковы, что Господь, Он был самый высший, Он был Творец, Он был, они, и это ученики понимали, что Он был Господом. И что они видят, и что они видят своими глазами. И Петр это не понимает. И сегодня, может, и я, и ты до конца этого не понимаем, но Иисус Христос, Он оставляет нам этот экземпл, Он оставляет этот экземпл. И что я хочу в этот вечер, в этот Good Friday, в эту добрую пятницу, чтобы мы взяли из этого, что Иисус Христос знает в тот вечер, Он знал, что уже дьявол вложил в сердце Иуды предать его. Иисус Христос снимает, и Он идет по всех, и Он не пропускает Иуду. Он его не останавливает, Он не говорит ему, ты мой предатель, я уже знаю, что ты вложил в свое сердце. Но Иисус Христос, зная то, Он склоняется перед Ним также. Дорогие братья и сестры, и хотелось бы, чтобы мы увидели эту картину и представили себя. Если сегодня, может, кто-то в твоей жизни тебя, может, сильно поранил, может, что-то сказал, может, что-то сделал в твоей жизни, и ты это знаешь, и ты живешь, и, может, ты не переживаешь что любого, ты, может, приходишь на это место, и в тебе что-то творится в твоем сердце. Я этого не знаю, не знает это, может, даже пастор, может, мама и папа. Сегодня только знает, сам Господь знает ты, знаешь ты. Иисус Христос примером показывает, что Он смиряет себя. Даже перед этим Иудой, который предал его, Он смиряет себя, Он встает перед ним, Он умывает ему ноги так, как и умыл всем другим ученикам. Всех, которых Он любил, всех, которые Его любили. Иисус Христос, Он это делает. И Он это показывает своей любовью, Он сделал это, любя тебя и меня. Дорогие братья и сестры, сегодня моя молитва, сегодня мое желание, сегодня я верю Господа желание, чтобы это служение, оно не было каким-то, потому что, может, в церкви, в которой я вырос, так делали. Не то потому, что раз в год, не потому, что вот это возможность, но потому что сегодня я люблю своего брата и сестру, что сегодня я могу подойти, я могу сегодня смириться, я не выше кого-то другого. Я сегодня Господь показывает нам этот пример, чтобы мы смирялись, чтобы мы не думали больше друг за друга. И если в кого-то есть, даже если какая-то, может, огорчение или что-то еще, сегодня Иисус Христос, Он показал этим, Он умыл Иуде ноги. Он хочет, чтобы сегодня ты и я, сегодня эту имели возможность. И Бог помог нам дожить. Если, может, в своей жизни, да, через два дня, через две ночи мы будем праздновать этот прекрасный праздник. Праздник Пасхи. Я по-особенному люблю этот праздник. По-особенному молюсь, чтобы Господь по-особенному благословил служение, по-особенному проговорил.
Если, может, тебе сегодня что-то есть, и ты знаешь, придет этот день, и ты, может, не будешь полностью рад, ты не будешь полностью благодать и просто радостью наполнен, что Иисус Христос, Он воскрес, потому что кто-то стоит впереди тебя, или кто-то еще есть. Сегодня есть эта возможность. Если у тебя есть тут человек, может, он есть в этой церкви, ты можешь сегодня сделать это за этой перегорожкой или там в комнате, где сестры. Вы можете подойти к этому человеку, вы можете сказать, вы можете попросить прощения, вы можете смирить себя. Может, этот человек неправильно поступал, но ты сделай правильно. Ты подойди к этому человеку, склонись низко. Иисус Христос увидит, и Он тебя благословит. Может, даже тебя откажут, скажут, нет, не надо. Иисус Христос увидит, и Он даст тебе мир, и Он даст тебе свободу, слава нашему Господу. И если может, этот человек даже не есть, это не в церкви, ты можешь, завтра еще есть день. И это не только, я не думаю, этот пример, да, Господь это оставил пример перед Пасхой, я не думаю, что мы должны только в Пасхе, это должны мы делать каждый день. Любить, смирять себя, ставить себя ниже кого-то другого. Любить так, как Он возлюбил. Не только один раз в год, не только сегодня, не только когда нужно, а когда нужно, тогда, когда, может, тебя кто-то ранил, тебя кто-то что-то сказал в твой адрес. Поступи, как Иисус Христос поступил. Смири себя. Тебя Господь благословит, тебя Господь возвысит, и Он даст тебе мир, и Он даст тебе покой в твое сердце, и Он благословит тебя, твою семью. Слава нашему Господу. И мы сегодня будем приходить к этой молитве, братья и сестры. И пусть будет наша молитва понять, да, мы не можем, может, понять, почему Иисус Христос сделал тогда это. Петр не понял. Я не ставлю себя выше Петра. Я себя ставлю на место Петра и тоже, может, до конца это не понимаю. Но я знаю, что мой добрый отец, он это сделал. Он не подумал, что it's gross, or it's disgusting, or it's weird. Он посмотрел на это, и он это сделал. И я хочу сегодня поступать, как мой добрый небесный отец. Так как я беру пример с моего отца, я хочу брать пример из небесного моего отца и поступать так, как он поступал. Я верю, что в этом никогда мы не ошибемся, мы никогда не будем в вине, если мы будем поступать так, как поступал наш Иисус Христос, и любить всех, не только своих друзей. И да поможет нам всем Господь сегодня найти кого-то. Может, ты сегодня ему даже не подходил, не подходила. Подойди к тому, кому ты, может, не говорил никогда, и скажи, я хочу, и Бог тебя благословит. Мы преклоним в этой молитве наши колени, будем молиться. Аминь. Рыбацкую лодку волною качала, народ на него приходил посмотреть. И он о любви говорил им немало, а люди дивились его простоте. И где-то вдали солнце луч догорая, ласкал его трепетно светом своим. Простые слова, а душа умилялась и таяла в сердце, в груди. Возлюби всей душою Господа, славь Его, честен будь пред и не суди никого.
Давая слеза грешайте, в сердце храня любовь, боли и обиды прощайте, благословляйте врагов. Когда на Голгофе Христа распинали, народ на Него приходил посмотреть, смеясь издевались и в душу плевали. Ведают грешные, что говорят, а кровь все текла, этот мир покрывая, лишь чуть затуманился взгляд. Возлюби всей душою Господа своего, честен будь пред над книгою ученики. Простые слова они тихо читают и вторит им эхо в ночи. Возлюби всей душою Господа своего, честен будь пред собою, и не суди никого, гневаясь, не согрешайте, в сердце храня любовь, боли и обиды прощай. Good evening, church. Добрый вечер, церковь. And it's truly a good Friday here today. Это действительно есть добрая пятница сегодня. Because I'm happy to be in the house of the Lord. Потому что мне так нравится быть в Доме Божьем. And to be in His presence and to be able to honor Him today. И чтобы быть в Его присутствии и воздать Ему славу сегодня. And to know and come here today and to remember Him through a physical thing. И чтобы мы сегодня могли прийти сегодня и познать Его даже через вот эту физическую вещь. Something we do every month. То, что мы делаем каждый месяц. Yeah, for some reason this once a year is more special, it seems like. Но почему-то вот этот раз в году как-то такой уникальный. The Good Friday before Easter. Это страстная пятница перед Пасхой. We all seem to become more prepared for this communion that we take. Мы почему-то больше готовимся к этому причастию. Even though it's something that we need to do more often as we do once a month. Или потому что этим должны мы заниматься постоянно. And this sermon that was birthed for today. И этот
То, что я хочу с вами сегодня поделиться, как оно родилось у меня. We were, as we're going through in our Bible studies that we have Saturdays at 6 o'clock. Когда мы на разборах писаниях с молодежью проводим 6 по субботам. That is an invitation to those who have a free day and you can come and join us. И это также приглашение для вас, те, которые свободны в субботу, приходите, присоединяйтесь к нам. And we've been studying through the book of 1 Corinthians. Мы сейчас изучаем 1 Коринфянам. And several weeks ago we were reading 1 Corinthians chapter 11. И несколько недель назад мы читали 1 Коринфянам 11 главу. And we were reading from chapter 11 verse 17 and on. И мы читали с 17 стиха и дальше. And as we were reading this passage, it kind of stuck to me and struck me in a different way than I usually always read it. И когда мы читали этот отрывок, оно как-то по-новому мне открылось. And I know so many times we have memorized what the pastor will be speaking. И очень часто мы даже уже запоминаем наизусть то, что пастор читает. We know his exact words that he's going to be sharing as he holds the cup. Мы уже знаем слово в слово то, что он будет говорить. But I want us to read 17, start from verse 17 of chapter 11. Я хочу, прочитали от 17 стиха и ниже. I'm going to read in the English version. If you have your Bibles, please follow in the Russian. Я буду читать по-английски, смотрите в русскую Библию также. And it goes like this, 1 Corinthians chapter 11, verse 17. Now, in giving these instructions, I do not praise you, since you have come together, not for the better, but for the worse. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are many divisions among you, and in part I believe it. For there must be factions among you, but those who are approved may be recognized among you. Amen. Therefore, when you come together in one place, is it not to eat the Lord's Supper? For an eaten one takes his own supper ahead of the others. One is hungry and the other is drunk. And we read to this point. And as I've read here, we've known and we read this passage so many times. И мы так часто читаем вот этот отрывок Писания. And I was speaking to myself and I said, Lord, what do you want? What were you trying to say to me as I read this passage? И начал размышлять, Господь, что ты хочешь мне сказать этим отрывком Писания? As we read this passage during Bible study, we were kind of dissecting it and trying to figure out why he was referring to this here. И когда мы разбирали этот отрывок Писания на разборе Писания, мы разбирали, что Бог хотел нам этим сказать. And Apostle Paul's writing to the Corinthians. И апостол Павел пишет в Коринфянам. And I believe Apostle Paul was writing to me also. Я также верю, что апостол Павел писал мне также. And I believe Apostle Paul was writing to you today also. Я также верю, что апостол Павел писал также и вам. And he was reading here and he was pointing out an issue that the church had. И он когда пишет это письмо, он как бы показывает ихнюю проблему, которая у них была. And in verse 18 he says, I hear that there are divisions among you. И в 18 стихе мы читаем: Ибо во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, то между вами бывает разделение. And I thought to myself, are there divisions within our church? Я думаю себе, у нас есть разделение в церкви? And there are some beliefs and there are some divisions we can say we can find within our church. И да, есть некоторые разделения в нашей церкви. And Apostle Paul is writing to us, I can say, writing to me that if there are divisions in your life, I'm speaking to you. И апостол Павел говорит, если у вас есть разделение в вашей жизни, то он это пишет вам. And he is saying also that where there are divisions, you will notice those that are approved, verse 19. И также в 19 стихе мы читаем, ибо надлежит быть разномыслием между вами, ибо открылись между вами искусные. And you know, where there are divisions, we will know those who are truly are serving God. И через эти разделения мы действительно поймем, кто полностью служит Господу. You will be able to recognize those who are approved. Вы тогда смотрите, когда мы When you look in the church, you will realize those that are actually serving Christ with all their heart. Когда будем смотреть на этих людей, мы действительно поймем, кто действительно служит Господу. And reading verse 20, going further. И читаем 20 стих дальше. And it says, therefore, when you come together in one place. Далее, вы собираетесь так. And it goes, when you come together in one place, is it not to eat the Lord's Supper? Так, что не значит вкушать вечерю Господню. And we came here together in one place. И мы здесь также собрались в одно это место. And did we not come here to take part in the Lord's Supper? Не пришли ли мы сюда, чтобы принять часть в вечере Господней? And reading forward, verse 21 says this. И читаем дальше 21 стих. It says, for an eating one takes his own supper ahead of the others. Ибо всякий поспешает прежде других. And one is hungry and another is drunk. Итак, иной бывает голоден, а иной упивается. And I want to emphasize verse 22 because I haven't read it yet.
И также обратим особое внимание на 22 стих. And it goes like this: What do you not have houses to eat and drink in? Разве у вас нет домов, чтобы есть или пить? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Apostle Paul is speaking to the Corinthians. Апостол Павел говорит коринтянам. And he is saying, What? Don't you not have houses? Он говорит, неужели у вас нету домов? He says, "Don't you have houses that you have to first do something at your house?" Неужели у вас нет домов, чтобы там что-то вы в доме сначала сделали? But you are coming to the church expecting to receive a miracle. Но вы приходите в церковь, желая получить чудо. You come to church expecting to receive a miracle in your life. Вы приходите в церковь, желая получить чудо от Господа. When the main purpose is to come to a service and to worship and honor the risen Savior. Но чтобы главный смысл прийти в церковь, чтобы только послужить Господу. And Apostle Paul is writing, why is there divisions and problems within the church? И апостол Павел пишет, почему есть разделение в церкви? I want to say church here today. Я хочу сказать церковь здесь сегодня. It's because we're not doing our parts in our houses. Потому что мы не делаем нашу часть в наших домах. That we aren't doing the first step of the Lord's Supper. Что мы делаем только первую часть. That we come to church expecting to be filled with the charge that we need. Что мы только приходим в церковь, чтобы в церкви нас наполнило. Yet we forget that we have houses. That we have to do our own things. Но мы забываем, что у нас также есть дома, где также в домах мы должны быть постоянны. And I know so many times a mother keeps challenging me and encouraging me. И у меня есть мама, которая постоянно меня подбодряет. And she says, How many times have you eaten already? И она говорит, сколько раз ты уже кушал сегодня? How many times have you had food today? Сколько раз ты уже пищу принимал сегодня? And to tell you the truth, I eat a lot throughout the day. И честно вам скажу, я очень много кушаю в течение дня. And I stopped and I thought to myself, Why are we so hungry and why are so many people come to church. И я начал думать, почему такие голодные, почему люди приходят в церковь? We come expecting to receive so much. Мы приходим, чтобы получить так много. Yet Apostle Paul says, "What? Do you not have houses?" Но апостол Павел говорит, у вас разве нету домов? To eat and drink in. Чтобы там есть и пить? He is saying, first do your part in your home. Апостол Павел говорит, чтобы вы сначала сделали свою часть в доме своем. Then when you come together as a family. Чтобы потом, когда вы собрались как семья. Spending time in fellowship and prayer. Вместе собирались в общении, в молитве. Reading the word of God. Читали Писание, Библию. Teaching our children to pray. И учили наших детей, как молиться. And doing the things that God has called us to do every day. И делать те вещи, которым Бог нас призывает каждый день. And Apostle Paul is saying in verse 22. И апостол Павел говорит в 22 стихе. And he's saying, What, do you not have houses to eat and drink in? Разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? See, the church of God is a house for those who have nothing. Видите, церковь это есть дом для тех людей, у которых нет ничего. And when we say we have the love of God in us, и когда мы говорим, что у нас есть любовь Божья, when we come to church and we don't really have it. И мы приходим в церковь, но мы не имеем. We shame those who come to church expecting who have never heard of Christ. Мы как бы стыдим тех, даже у которых, которые приходят в церковь, которые действительно не имеют ничего, они никогда не слышали об Иисусе. Those who don't have the love of Christ in them. Которых нету любви Господа в середине их. And Apostle Paul is saying, What shall I praise you in verse 20? Keep reading 22 part B. И дальше мы читаем 22 стих. И что сказать вам? Похвалит ли вас за это? And he says, No, I shall not praise you. Нет, не похвалю. And it's one of those things I want to encourage us and challenge us here today. И это одно, что я хочу вас подбодрить в этом сегодня. That maybe you came here expecting to be filled with a revelation from God. Что может вы сегодня пришли что-то получить от Господа сегодня, какое-то откровение получить. In a sense you came here hungry for the word of God. Вы пришли сюда голодные, чтобы получить что-то от Него. In a sense that is good. И в каком-то смысле это хорошо. But Apostle Paul is saying first you have to do your part at home. Но апостол Павел говорит, что вы должны свою часть сначала сделать дома. If you aren't doing is you're reading and searching. At home. Если вы не читаете Библию, если вы не исследуете Писание дома, you will not be filled with that love, with that feeling, that enjoyment that you came here expecting. Здесь в церкви у вас не наполнит та радость, то, что вы ожидаете. And I want to challenge us and I want to encourage us once again here today. И хочу задать как бы вам задачу такую. And it's one of those things as we read and we keep reading forward as the Apostle Paul is speaking to the Corinthians. И когда мы читаем ниже.
Уже апостол Павел говорит коринтянам. And he is in telling us how this Lord's Supper shall be taken. И он объясняет, как правильно мы должны принимать вечерю Господню. And I know it's going to be repeated again once again as the pastor is going to be sharing his message. И я знаю, что этот отрывок Писания еще будет расчитаться, когда пастор будет проводить вечерю. But I want to emphasize verse 28 also. Но я хочу, чтобы обратили внимание на 28 стих. And it goes, but let a man examine himself. Да испытывает же себя человек. So that he may eat of the bread and drink of the cup. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. The beauty of this verse that I see is. Прекрасная вещь в этом стихе есть то. But let a man examine himself. Пусть человек испытывает сам себя. And I'm speaking this more to myself. И я говорю это сам к себе. That as we came here to the service today. Что когда мы пришли сегодня на это служение. On this Good Friday. На в эту страстную пятницу. That as I'm speaking this message here behind this pulpit. И что я стою здесь за это кафедрой, проповедую вам это слово. That whether you may be being distracted right now. Или может вас что-то отвлекает сегодня. Or someone is distracting you right now. Или кто-то вас отвлекает. I want to encourage you and I want you to challenge yourself to examine yourself here right now. Я хочу вас подбодрить, чтобы вы исследовали сами себя. To search yourself. Чтобы вы искали, что у вас происходит в середине. Not the person next to you who you think needs this message. Не человек, который стоит возле вас, который нуждается в этой проповеди. But you yourself. Но вы сами. So that I want to say that because there is a condemnation that goes with this verse also. И я хочу это вам сказал, потому что есть как бы осуждение, которое идет с этим стихом. That if you don't do this. Потому что если вы это не сделаете, there will be problems. Будут проблемы. But the beautiful verse is verse 31. Но читаем дальше прекрасный стих 31. Because for when we judge ourselves, ибо если мы судим сами себя, we would not be judged. То не были бы судимы. For when we do our part. Потому что когда мы делаем свою часть, God will do his part. Бог тогда будет делать свою часть. For when we do our part in our house, когда мы будем делать свою часть в доме, when we do our part in our own houses, когда мы будем делать нашу часть в наших собственных домах, then when we come to the house of the Lord, когда мы будем приходить в дом Божий, so that we can come and worship him and honor him for what he has done, чтобы мы смогли поклоняться ему и воздать ему славу за все, что он сделал, so that we can remember and honor him for who he is in our lives, чтобы мы смогли воздать ему славу за то, что кем он является в нашей жизни. And not bring this condemnation upon ourselves. Но не приносили это осуждение на свою жизнь. But let us examine ourselves. Будем испытывать сами себя. So that when we take this bread and we drink this cup. Чтобы когда мы возьмем этот хлеб и возьмем это вино. We will truly be satisfied and filled with the spiritual love that our spirit wants. Мы действительно будем наполнены его присутствием. And so many times I just want to encourage us and challenge us here this evening. Я хочу вас подбодрить сегодня вечером. So that for when we judge ourselves, что когда мы будем испытывать сами себя, we would not be judged. Чтобы когда мы испытываем сами себя, нас тогда не будут судить. And it's verse 33. И также 33 стих говорит. And it goes like this: Therefore, my brethren, when you come together to eat, посему братья мои, собирайтесь на вечерю. Wait for one another. Друг друга ждите. In a sense, when we come together to do this communion. И когда, в другими словами, когда мы приходим вместе, чтобы иметь это причастие. Then we need to understand who we are in Christ. Мы должны понимать, кто мы есть в Боге. And it says, verse 34. И 34 стих написано. But if anyone is hungry. А если кто голоден. Let him eat at home. Пусть есть дома. Lest you come together for judgment. Чтобы собираться вам не на осуждение. And the beautiful thing of this verse also и прекрасная вещь в этом стихе есть. Is that if you are truly hungry. Потому что если вы действительно голодные. Let him eat at home. Кушайте дома. In a sense, speaking that if you are truly hungry for the word of God. Другими словами сказать, если вы действительно голодные к слову Божьему. If you are truly thirsty for the word of God. Если вы действительно вам хочется пить это слово Божье. If you truly want to be filled with the Spirit of God. Если вы действительно хотите быть наполнены Духом Святым. In a sense, go home to your secret place. Имеется в виду, идите домой в свою комнату, в свою тайную комнату. First, get in communion with the Lord. Сначала найдите общение с Ним. So that when we come together, чтобы когда мы вместе собрались, as the body of Christ, как тело Христа, so that we could come together with no divisions, чтобы мы могли собраться вместе без разделений, so that when we come together in the service and in the sanctuary, чтобы мы когда мы собираемся на служение в этом месте, so that we could honor Him and praise Him for who He is in our lives, чтобы мы могли отдать Ему честь и славу
тем, кто он действительно есть. And remember him for what he has done for us. И действительно вспоминать его, потому что он столько много сделал для нас. So that when we are here together, и когда мы здесь есть вместе, the love of Christ surrounding us. Любовь Христа она окружает нас. And that those who have nothing who came here to experience the love of Christ. И те люди, которые пришли сюда без ничего, can truly experience the love of Christ because it flows through us. Они действительно смогли почувствовать любовь Божью, потому что эта любовь она будет изливаться из нас. And so that we won't shame those who have nothing. И чтобы мы не позорили тех, у которых нету ничего. So I encourage you and I challenge you here this evening. Я подбодряю вас сегодня вечером. That we examine myself. Чтобы мы исследовали сами себя. That I have an opportunity here today to look into my heart. Что у меня есть сегодня возможность исследовать свое сердце. That before I take a sip of this blood. Что перед тем, как я возьму глоток его крови. Or just a sip of the wine. Или возьму глоток его этого вина. Or a piece of this bread. Или кусочек этого хлеба. But the piece of his body. Ну кусочек его тела. So that we can become one with him. Чтобы мы смогли стать едины с ним. And when we become one with him. И когда мы становимся едины с ним. It is the purpose of a congregation to come together. Это есть весь смысл, что собрание все вместе. So that when we are together as one. Когда мы все вместе как один. That the world can see that we are truly the disciples of Jesus Christ. Тогда мир увидит, что мы действительно есть ученики Иисуса Христа. That they can see that we have this oneness with one another. Что они увидели, что у нас есть это единство один с друг другом. But Apostle Paul challenges us here today. И апостол Павел как бы говорит нам сегодня. Verse 22. 22 стих. And he is challenging us and he is saying what? И говорит, что? Do you not have houses to eat and drink in? Разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? Do we not have these houses that we have that we need to do our parts in? Разве у нас нет этих домов, в которых мы должны делать свою часть? Yes, so many times we are caught up in just building our houses. Но очень часто наше внимание забирает то, чтобы только построить дом. Trying to pay off those bills. Чтобы только выплатить этот дом. Trying to pay off those mortgages. Чтобы выплатить все билы. He's not talking about those houses. Апостол Павел не говорит о том доме. He's talking about the house that we have to establish. Апостол Павел говорит о том доме, в котором мы должны действительно построить. That family, that house that we have to have. Ту семью, тот дом, в котором мы должны быть. So that when we come together. Чтобы мы когда собрались вместе. That we do not despise the church of God. Чтобы мы как бы не осуждали церковь Христа. And so that we do not shame those who have nothing. И чтобы мы не позорили тех, которых нету ничего. So I challenge you and I encourage you here this evening. Я подбодряю вас сегодня вечером. But let every man examine himself. Пусть каждый человек исследует сам себя. So that when we eat and drink of this cup here this evening. Чтобы когда мы будем пить и будем есть эту чашу хлеб. For if we would only judge ourselves, если будем исследовать сами себя, we would not be judged. Другие нас не будут осуждать. Because when we don't judge ourselves, потому что когда мы не осуждаем, не исследуем сами себя, oh, there's plenty of people in the church that will judge you. Есть много людей в церкви, которые будут вас осуждать. But when we do the part that Christ has called us to do, но когда мы делаем ту часть, которую Христос нас призвал делать, when we first do the work in ourselves, когда мы делаем сначала работу в наших сердцах, when we first judge ourselves. Когда мы вначале исследуем, осуждаем сами себя. Then when we know we come to realize that we are sinners before Christ. Когда мы приходим к выводу, что мы есть грешники перед Христом. Then no matter how the world judges us. Не имеет разницы, насколько сильно нас мир этот осуждает. It's not for the condemnation. Это не есть для на осуждение. But when we judge ourselves. Но когда мы исследуем сами себя. That the Lord may bless us. Тогда Господь нас благословит. And encourage us. И подбодрит нас. And give us that strength that we need. И даст нам эту силу, которой мы так нуждаемся. Maybe that hunger that we have, He will fulfill it. И та жажда, которую у нас так сильно есть, Он воздаст. That thirst that we have, He will fulfill it. И та жажда, которую у нас есть, Он нам воздаст. When we do the role that He has asked us to do. Когда мы будем делать ту часть, которую у нас призвал. When we examine ourselves. Когда мы исследуем себя. When we have our own houses to eat and drink in. Когда у нас есть свои дома, в которых мы можем есть и пить. So that we do not despise the church of God. Чтобы мы не пренебрегали церковью Божию. And not shame those who have nothing. И унижали и не унижали неимущих. With this message, I want to challenge us and encourage us. И этим словом я хочу вас подбодрить сегодня. To examine ourselves. Чтобы мы исследовали себя. To examine myself. Чтобы я исследовал себя. So that I can take part. Что я смог принять часть of the body of Christ, часть тела Христа in a worthy manner, в
так, как должно быть. And receive the true fulfillment and joy that is hidden in the secret. И чтобы я действительно получил то полностью, что там сокрыто, та тайна, которая сокрыта. In that beautiful example that he has left for us. В этом прекрасном примере, который он оставил для нас. Whether it might be in this example. Может быть, это в этом примере. Or in the example that we have already previously established. Или может в примере, который мы уже сегодня сделали, а мы те ног. So I praise you and I encourage you all here today. Я хочу вас подбодрить сегодня вечером. As we listen to the remainder of the service. Когда мы будем продолжать слушать остаток этого служения. We still have opportunities to examine ourselves. У нас ещё есть время исследовать себя. And let us pray. Будем молиться. In our hearts. В наших сердцах. Amen. Аминь. Братья и сестры, что это слово только что говоренное, оно судило меня. Я не могу сказать, как давно это началось, но мы с женой в тревоге. Да, мы, как мы, так и вы, возможно, уже поменяли не один дом. У нас есть не только ренчи, но и второе, может быть, у кого-то третий этаж, три этажа. Я не об этом. Бог нас устрояет этими земными домами. Я о другом. О том, что когда мы приехали сюда, было легко сказать: детки, у нас молитва. И наши дети бежали со вторых. Или же, когда у нас просто был дом одноэтажный, дети бежали с многочисленных комнат, потому что у нас большая семья, бежали на молитву, бежали на общение. Сегодня эта проповедь осуждает меня. Когда моя жена зовем, той ревности, того желания по устройству дома, устройству семьи, по нашему питанию в наших домах, этой ревности, признаюсь, нет у нас. Я благодарю Господа, что сегодня на вашем родном языке сыновья наши и дочеря наши, внуки наши, а может, чьи-то уже правнуки, вы все прекрасно поняли. Поэтому я хотел бы, чтобы вы помолились пред Господом о нашей семье. Мы хотим лучшего, мы хотим хотя бы того же самого, что было у нас в начале. Приехав сюда, в Америку, мы хотим питаться. Мы не хотим заставлять наших детей, уже немногих оставшихся с нами, спрашивать у них, молились ли сегодня. Да, я знаю, я сердцем чувствую, что они говорят, молились. Но они молились за рулем, потому что выскочили из дома, ухватив, что мама приготовила сэндвич, чашку кофе или чашку чая, и они дорогой молятся. Это правда. Это правда. Сегодня Слово Божие, истина Божья осудила меня в этом. И я приглашаю сейчас к молитве тех, кого тоже осудила. Если вы нашли себя, как и мы нашли себя с моей женой, что у нас не так, как было, то я прошу сейчас тех, давайте встанем для молитвы. Те, кто не имеете проблем в этом, оставайтесь сидеть. Но кто понимаете, что нам нужно обновление, нам нужно это нормальное питание, священники семей, с домашних церквей, если мы понимаем,
что у нас даже сравнить с 20-летним периодом, мы поменялись не в лучшую сторону. Дай нам, Господь, уразуметь это, чтобы всегда, приходя перед этой святыней, нам получать от Господа благословение и великую радость. Дорогие друзья, нам не взывать к Богу, как когда-то апостол Павел приходил в первую апостольскую церковь. На ранних порах она уже опустилась до такого низкого духовного уровня, что ему надо было взывать всемогущему Богу, указать, как это совершалось. Молимся, дорогие друзья. Дорогой наш Господь, Ты открылся нам, Ты открылся нашим сыновьям и нашим дочерям, Ты открылся нашим внукам, Господь. Слава Тебе! Ты обеспечил нас всем необходимым, Господь. Мы имеем, Отец Небесный, прекрасные дома, Господь, то есть наши домашние церкви, Господи Боже вечный, истинный, праведный, Ты устроил нас, Господь дорогой, все, как написано, всем для жизни и благочестия. Слава Тебе! Слава Тебе, Отец Небесный! Сегодня Ты слышишь желание нашего сердца. Ты, Господи Боже сил, видишь нашу внутренность. Ты видишь, Господь, дорогой Божий сил, нашу тоску. Боже, мы сверяем наше нынешнее состояние, Господь, дорогой Божий вечный, истинный, праведный, и видим, что недолжное состояние. Во имя Сына Твоего, Отец, прости нас и благослови, да будет открыто сердце наше, отцов и матерей, священников и ихних помощниц, да будет открыто сердце наших сыновей и дочерей, да будут эти, Господь, жертвенники в наших домах, да будет это нормальное питание и желание питаться до сытости в наших домах. Господи Боже сил, о, Ты обращаешь сердца живущих через Твою книгу Откровения, что, чтобы мы, любящий Господь, дорогой Боже, если теряем первую любовь, вернулись и творили хотя бы дела прежние. Господи Боже сил, даруй Твою милость и Твое благословение, даруй Твой огонь, хотя бы такой, какой горел в наших сердцах, в наших семьях, в наших домашних церквях, Господи Иисусе. Прежде, как мы приехали в эту землю, о, благослови во имя Иисуса Христа каждое семейство во имя Твоей пролитой крови святой. Да не будет, Господь, дорогой Боже мой, никого, кто бы пренебрегал общением с Тобою через молитву. Все это просим во имя Иисуса. Аминь. Спасайся сам.
Наши дорогие сестры, спасибо за этот прекрасный псалом, который звучит моему и вашему сердцу. Не забудь, не забудь, что Он жизнь отдал. И не просто выстрел и мгновенная смерть, как часто испытавший и переживший это, наш брат Александр Мороз говорит, приводя такие примеры, нет, наш Спаситель, мой и твой Спаситель, жизнь отдал не через выстрел, целых только 6 часов. 6 часов на Голгофском кресте надо было бы висеть ему. И не просто. Да, это самое позорное, какую только человечество могло придумать, смерть. И этой смертью так жизнь отдал твой и мой Спаситель, брат и сестра дорогая. Я думаю, как и я, так и вы многие видели эти картины. Фильмы создают люди. Желают донести эту цену, какая была уплачена Сыном Человеческим, Агнцем Божьим. Да, не может. Я не видел, к примеру, ни одной картины, чтобы Иисуса Христа кто-то из художников изобразил обнаженного на том Голгофском кресте. А это историки говорят, было так. Невозможно представить себе обезображенного, да еще с таким позором выставлено на посмешище Сына Божьего. И он знал об этом. Он знал, какую цену надо будет платить за мое и ваше спасение, слава нашему Иисусу, добровольно не заставлял его Отец, потому что тоже любил его. И как сегодня слышали, одинаково любил, как меня, так и тебя. Так он любил своего возлюбленного сына. Он не хотел, он знал, через что пройдет его возлюбленный сын. Такова была Его вечная любовь к нам. Читаю Евангелие от Луки из 23 главы, 48 по 54 стихи. «Весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, добрый человек и правдивый, не участвующий в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и спросил тело Иисуса. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был
пятница. Легко читать. Но пережить хотя бы то, хотя называлась она и пятница, по-нашему, здешнему, добрая пятница. Но мы можем представить себе, какая она была добрая, особенно у той половины, которая не стояла вдали. Вы заметили, здесь две, разделено общество было на две половины. Одни стояли издали и терзались в душе своей, плакали, видя все происходящее, эти насмешки, эти выкрики, эти издевательства. Они издали смотрели на все это происходящее. И была та категория, которая стояла рядом, которая наслаждалась этим зрелищем. Так вот, что происходит? Мы прочитали. Надо было и расходиться. Что произошло в их сердцах? Несколько минут тому назад это были смелые, это были готовые на все люди. Это была дерзость, это была ненависть, это все, все сплелось, все было наяву. И вот через несколько минут что-то совершилось с ихними сердцами. Мы прочитали, возвращались они с этого ужасного места, бия себя в грудь. Вы когда-либо за свою жизнь видели человека, мужчину или женщину, что в каком-то, какой-то ситуации своей жизни кто-то бил себя в грудь? Признаюсь, я не видел. Рвали волосы. Истошные вопли, крики, душераздирающие, видели мои глаза. Но чтобы человек бил себя в грудь, не видел этого. Что-то происходило. Что-то происходило внутри их. Чтобы бить себя в грудь, они-то все без исключения поняли, какой ужасный проступок они сделали. И хотя бы этим биением в грудь себя, они, возможно, думали, что искупят свою вину. Дорогие возлюбленные, да, сегодня назвали эту пятницу доброй пятницей. Да, это, возможно, наше поколение назвало так. Она добрая для нас. Слава нашему Иисусу! Она добрая для нас, потому что теперь мы знаем, что Он совершил для нас. Хвала нашему Иисусу, она добрая для нас. Радуется твое ли сердце, мой брат и сестра, что Он стал твоим заступником. Он стал этой жертвой умилостивления. Действительно ли ты желаешь, и я вместе с тобою, заглянуть в эту чашу и увидеть там свое спасение, увидеть там то, что мы называем, простите, не мы, а так говорит Христос, все есть кровь моя, за многих изливаемая. Видишь ли ты, мой брат и сестра, всякий раз, сегодня я призываю во имя Иисуса Христа, да не будет ни одной души равнодушной,
на сегодняшнем, в сегодняшнем нашем служении. Да увидит моя душа, да увидит твоя душа, брат и сестра, цену нашего искупления. Он совершил, пели наши сестры, это искупление. Он совершил его, и причем весьма и весьма достойно совершил. Он удовлетворил Отца требования Его Слова. Должен был умереть грешник. Должна быть уплачена цена за грех, смерть. Но чтобы мы называли Good Friday, эту цену смерть, Иосиф увидел, думаю, он стоял в той, на той стороне, издали смотрел, возможно, потом подошел, когда все, бия себя грудью, ушли, он подошел и увидит, уже дыхания нету, просил, просил тело у Пилата снять его. Поэтому да благословит нас Господь. Возлюбленные, я прошу родителей, пожалуйста, не отвлекайте народ Господень. Внимательнее относитесь с вашим детям. Да благословит Господь уразуметь его божественную истину в этом таинстве. Увидеть не просто кусочек тела или же в чаше вино, а свое искупление. Когда я увижу, когда я через сердце это пропущу, то я, то ты, мой брат и сестра, получим особенное благословение от Господа, потому что оценили Его истину, потому что оценили цену нашего искупления. И второе место читаю Евангелие от Луки, 22 глава. Она говорится о том, каково было сильное желание Иисуса не только показать, что Он на деле возлюбил сущих в мире, до конца возлюбил их и умыл им ноги. Вот это место сейчас я читаю, говорит о том, что Он, 15 стих 22 главы Луки, Он сказал ученикам: «Я очень желал есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Ученикам это было непонятно. Даже после его воскресения им еще было много непонятное. Дорогие друзья, тем более сейчас. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем. В Царствии Божьем. О да, это правда. Мы знаем эти места все наизусть. Но я возбуждаю и свой, и ваш смысл, то, что пока мы в ожидании пришествия Господа нашего Иисуса Христа, пока мы исполняем и стараемся это творить, доколе Он придет, исполнять эту заповедь, исследуя себя, мы стараемся это делать. И благословенны все сидящие на этом месте, кто действительно повинуется Слову Божьему, кто
не по сторонам смотрит, будет ли он или она участвовать, а который смотрит в свое сердце, а который обходит себя, а который или которая судит себя, они, мы уже слышали, будут сегодня благословенны Господом. Поэтому, дорогая церковь, я прошу сейчас, я читаю этот стих 17, но я бы хотел, чтобы он прозвучал в моем и вашем сердце, вот не сидя, а стоя. Благослови нас, Господь. Что же он желал и что же он предложил для них? 17 стих говорит: «Взяв чашу и благодарил, сказал: примите ее, разделите между собою». 19 стих: «Взяв хлеб и благодарил, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Слава нашему Господу! Это Он желал. Он сильно желал этого. Он сильно желал умыть ноги им и показать всему миру, насколько он кроткий, смиренный агнец, который пришел, чтобы искупить, пришел, чтобы умереть за все человечество. Брат и сестра, давайте почтим Его святое чудное имя. Давайте благословим Его святое чудное имя. И как я прочитал, если Он благодарил, приподнявший этот хлеб, то пусть и в моем, и в вашем сердце будет это благодарение за все, что Он совершил для нас и оставит для нас как церковь.